Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию нимфу, которая сейчас, как говорится, вернулась с рыбалки. В процессе изготовления я буду вам рассказывать особенность ее. Дело в том, что мы такую уже с вами нимфу не один раз вязали. Она будет вязаться с использованием пера павлина. Но я вам покажу сейчас, как вы видите, вот этот с одного и того же набора перьев есть два разного качества пера. Это, скорее всего, с глазкового пера, а это из мечевидных перьев. Поэтому в рыбалке было замечено, что если связано было из вот такого перышко, которое достаточно пышное, жирное. Пока мушка не обтрепается, поклевок значительно меньше. Поэтому я связал мушку, используя вот такое перо павлина из мечевидного. Поклевки значительно больше, поэтому хочу с вами поделиться. Крючок я взял Тимка 200R, номер 16, огрузил немножечко свинцом, так как этого будет вполне достаточно. И у меня имеется вот обыкновенная, как говорится, хозяйская курица, которая бегала по двору. Я беру вот такой вот весь пучочек остаточных вот этих перьев, которые есть на конце, и используя естественный загиб, который есть у этого пера, креплю его в качестве хвостика. Хвостик должен быть достаточно пышненький, объемный. Следим за тем, чтобы мы не повредили нашему естественному загибу. Вот так будет достаточно. Остатки удаляем вровень со свинцом, так как нам желательно с вами все это потом хорошо выровнять. Здесь же я буду крепим люрекс, проволоку, леску, любой материал, которым вы будете потом укреплять и сегментировать наше тело. Закрепили. Пробуем. Я обычно не обрезаю, а как всегда беру за кончик, и сколько есть, вот столько их и этих и обрывается ненужных бородок. Все. Дальше уже перо не рвется. Закрепим его. Не имеет значения, какой вогнутой или выпуклой стороной наверх. Главное нам хорошо просегментировать потом и создать тело. И подровняем сейчас ниткой тело и выполним обмотку сегментированием этим пером. Буквально считайте чуть ли не до конца нашего свинца. Столько нам будет вполне достаточно. Мушка очень простая, но уловистая. Давайте изготовим. Я промотал грудку перышком, ну, другим, которая хорошая, из набора более лохматенькая, из вот такого. И закрепил пленку, обыкновенную полиэтиленовую упаковочную пленку. Сделал вырез для крылышка, как вы видите. Потом мы его подкрасим. В качестве грудки я также хорошо промотал пером нашего павлина. И закрепил перышко куропатки, перепелки. Нет, можно использовать даббинг. Все, что угодно. В качестве того, чтобы обозначить наши лапки. Вплоть до того, что можно даже взять щепотку мехописца. Теперь изготовим небольшую опушку. Накроем чехликом, сделаем завершающий узел. И наша нимфочка будет готова. Давайте это выполним. Вот, друзья мои, мы с вами подвернули пленочку, изготовили грудку, лапки. Слегка я нанес капельку лака на головку, чтобы прихватилось. И подкрасил черным цветом грудь, а коричневый подкрасил там, где зачатки крылышек. И вот такая, как вы видите, симпатичная
Нимфа, которая работает круглый год. Пробуйте, экспериментируйте. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!